На ремонт дома с часами в Новосибирске потратят 10 миллионов рублей. В следующем году починят механизм, который приводит в движение стрелки, отреставрируют башню, отштукатурят фасад памятника архитектуры. А в подъездах на Красном проспекте 11 обновят ограждение лестничных пролетов, заявила сегодня начальник инспекции по сохранению объектов культурного наследия нашего региона. По словам Елены Медведевой, масштабные работы запланированы и в районах области, например, в Сузуне, где приведут в порядок контору управляющего медиплавильным заводом. Там сейчас филиал областного краеведческого музея. А в городе, названном в честь Валериана Куйбышева, отремонтируют деревянное здание, где известный революционер жил в ссылке с 1912 по 1913 годы. Сумма финансирования составляет 6 200 000 рублей. У нас этот объект включен в план. Поэтому я думаю, что мы выделим муниципалитету деньги. Памятники зачастую требуют затрат на капитальный ремонт гораздо больше. И само проектирование таких работ, оно дороже. Поэтому не всегда фонду капитального ремонта удается в достаточной мере профинансировать. И в том числе со стороны владельцев тоже не всегда возможны такие затраты.